Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор 16-го каталога Faberlic. Здесь совсем мало новинок, и они в конце, поэтому будем разбирать с вами план покупок нужных и своевременных. В каталоге стартует розыгрыш, да, обещанный нам в прошлом каталоге. Не забывайте в личном кабинете активировать свои купоны, да, чтобы они смогли принять участие уже непосредственно в этом каталоге. А на сайте Faberlic есть ссылки, где розыгрыши будут проходить в прямом эфире. Можно в личном кабинете ознакомиться. Очень интересно, будем ждать. Смотрите, дарим суперскидки. Кликайте на баннер с праздничным адвент-календарем на сайте Faberlic. Заходите на страницу каждый день, знакомьтесь с уникальным предложением текущего дня. Ну, в общем, это, по сути, акция «Товар дня», да, только в таком интересном формате. То есть каждый день у нас с вами в течение каталога, да, даже 25 дней больше, чем каталог, то есть с 1 числа уже получается, да, с 1 по 25-е. А нет, с 24 октября по 17, 25 дней. Вообще классно, вообще здорово. Будем смотреть, будем участвовать. Надеюсь, что товар дня будет с хорошими скидками. Стартовая программа. И у нас тут парфюмерия. По зимней парфюмерии можем с вами пройтись. Кратенько. Рената красная. Юдашкин тоже на зиму. Вот эти восточные ароматы теперь вполне себе можно рассматривать на зиму. Я достану свой красный, который заказывала, когда он у нас с вами вышел, девчонки, весной. Да, стоит, потому что на лето он совсем не шел. А вот сейчас... очень даже. Зеленый, суперский тоже. Ну, они нестойкие, конечно, крайне нестойкие. Мур-мур, сладенький, но не приторный, тоже хорошо на зиму. Бьюти-кафе, особенно каприз, очень люблю. Элисар игристый, интересно, очень звучит зимой. Феерикс Нусель, один из любимых ароматов многих в Faberlic. Был и феерик, и Мансуэля еще лучше, он мне нравился гораздо больше, но его давно уже сняли. Что у нас? О, виолет тоже на зиму неплохо подойдет, прям очень даже хорошо. Но здесь как бы на вкус и цвет, что вам больше нравится, да? Рассматривать к покупке серию One Week Miracle. Она прекрасно заходит в холодное время года. Мне нравится, я видела от нее эффект. Очень крутая сыворотка, крутые кремы. Стоит сыворотка до сих пор. Сейчас израсходую более легкий и приступлю к ее использованию. Набор 1799. Ночной крем и сыворотка для лица. Небюджетный набор, цены на эти средства небюджетные, можно брать по VIP-программе с 70% скидкой. Dream Therapy серия потрясающая, тоже ее оценила. Очень нравится, действительно обладает расслабляющим эффектом, поэтому да. Серия гиалуронка. Дополняю свой отзыв. Если летом у меня от увлажняющего тоника вылезали подкожники, сейчас такого нет в холодное время года. Поэтому те, кто сталкивался с такой проблемой от кремов или от других средств из этой серии, можно смело пробовать, тестировать заново, кто отложил. Да? Наборчики тоже по-хорошему очень будут ценным. Гель для умывания прекрасный, замечательный, суперский. Увлажняет лицо после него упругое, подкожников никаких тоже нет. Пользуюсь на данный момент на утреннее применение. Какое утреннее? Вечернее, девчонки. Утреннее у меня очищающий более такой, а гиалуронку умываюсь вечером, и дальше кислотный уход. Global Oxygen вообще серия на все времена. Питательная серия Axiology, кислородное питание, это такой базовый уход, чудес от него не ждите. Но если хотите взять что-то бюджетненькое, попробовать, да, и у вас не проблемная относительно молодая кожа, то можно, конечно, и Axiology в этом контексте рассматривать. Особенно кислородное сияние для сухой кожи, прям просто спасение. Эксперт. Очень ее люблю, тоже рабочая серия. На моей коже работает вообще просто на ура. Прошлый год зимой у меня была серия с ретинолом и сывороткой крем. Изумительный эффект, прям действительно молодость, действительно кожа выглядит хорошо, свежо, очень понравился. Про шприцы я вам тоже много раз говорила, они рабочие. У них и накопительный эффект, и у них моментальный эффект. То есть концентрат проникает в морщину, разглаживает ее моментально, сразу после нанесения. Я не знаю, как, конечно, какие-то серьезные морщины, но легкие однозначно. А потом, когда умываетесь вечером, да, морщинка остается на месте. А снова наносите концентрат, морщинка исчезает, но легкий накопительный эффект их со временем все-таки выравнивает. Поэтому серия очень-очень нравится. Вот у нас с вами кислотный уход. Сейчас просто с превеликим удовольствием обновляющий лосьон. Добиваю, заканчивается. Надо взять еще на вечернее применение. Крем-активатор ночной с ахокислотами очень понравился. Я вам уже сказала, по мне он пахнет кофе. У меня нет отторжения к этой отдушке, поэтому пользуюсь с удовольствием. И что могу сказать? На утро лицо выглядит круто. Вот круто, действительно круто. Никаких отеков крем не вызывает, ничего. Поначалу, когда его наносите, он такой... кажется, что жирноватый, плотненький. Он на лице ощущается даже. Редкий продукт Faberlic я ощущаю на лице.
И где-то минут через 10 начинает полностью впитываться, кожа его просто съедает, и минут через 20 уже не остается и следа. Никакой жирности, все впитывается, и кожа выглядит прекрасно. Поэтому, конечно, прямо перед сном его наносить не надо, а немножко заблаговременно, хотя бы за полчаса, и результат с утра вас прям удивит. Мне безумно понравилось, супер. Пилинг, опять у нас с вами наборчики по хорошим ценам, да, присмотритесь, собственно, сами кислоты, это шаг А, шаг Б, это что-то типа скраб-гамаш, шаг С, крем. Посмотрите, может быть, вам шаг Б не нужен, но не хотите такие деньги тратить. Достаточно взять только одну кислоту. Про Гардерику были вопросы. Опять, у нас с вами в тубах кремушки, они у нас для более нормальной кожи, для жирной, комбинированной, а в баночках они еще более питательные. Для сухой, возрастной очень хорошо подходят. Классный на самом деле уход. Не скажу, что прям сильно какие-то чудеса, но хорошее такое капитальное увлажнение есть. До серии Реноваш я никогда, судя по всему, не доберусь. Биоси я пролистываю, я даже не хочу смотреть в сторону Биоси. Масочки. Нет, я не буду брать. Точно. Серия Блум мне тоже не нравится. По мне она не рабочая. Для ботаники тоже никогда не доберусь. Но просто хочется какие-то рабочие кремы, да? Хотя многие девчонки хвалят и ботанику, что как бы есть эффект. Взять 50-60 плюс, и действительно эффект есть. Крем-то бюджетный, да, как бы, ну, совсем бюджетный. Мне прям почему-то кажется, что от них, значит, поэтому не будет эффекта. Но нет. Смотрите, маска бальзам для волос. Питание восстановления. Она у нас была? Почему я такую не помню? И слова новинки нету. Я не помню такую маску, маску-бальзам. Девчонки, вы помните? Вот только сейчас обратила внимание, хотя каталог уже несколько раз листала. И нет слова новинки, да, на этой страничке, но я ее не помню, честно. Слушайте, надо взять. Надо взять, Ксюшке как минимум надо взять. Так, про новую серию Ума. Все очень понравилось. Буду брать теперь средство, которое у нас с вами 1+. Почему у нас нет его на этой странице? Везде написано А. Есть, девчонки, сейчас мы найдем. Вот, 1+, детский шампунь, гель для душа, 27,92. Почему? Потому что он лучше пенится. А мы иногда такие средства используем, как пену для ванны, когда крестюшка купается. 0+, вот этот гель для очищения кожи, и волос, он практически совсем не пенится, не дает пены. Ну, неинтересно, в общем-то. Так как нам уже один, буду брать всегда теперь 1+. Масло зашло, оно быстро впитывается, очень быстро, оно легкое, оно классное, оно супер увлажняет, соответственно, задерживает нашу, влагу в коже. Все отлично. Так, травяной сбор не было на складе. Крем под подгузник действительно крутой, он такой белесый. Пробовали, как-то что-то у нас крестюшка съела, попка покраснела, нанесли кремушек. И то есть выделения все, да, ребенок, когда сходил в туалет, они с кожей уже не соприкасаются. Все, через буквально полчаса-час попка была больше не красной, да, привела свой прежний цвет, скажем так. Поэтому крем классный. Крем классный, действительно рабочий. У кого малыши, берите смело. По подгузникам оставляла подробный отзыв в Дзене. Есть ролик, кому интересно, проходите. Рассказала все от и до, почему, что и зачем. Дальше. Дальше у нас с вами скидочка на ром-масла шариковые. Мне не зашли, они у меня так стоят, почему-то к ним рука не тянется, вот совсем. А спрей обожаю, и нравятся очень диффузоры тоже, хоть они и не бюджетные, да. А у них у всех обалденные ароматы, у спреев тоже. Карандаш, хочется повторить для контуринга, вот они, да. Он очень быстро кончается. Наверное, через каталог повторю, потому что пока еще немножко есть. Он очень быстро кончается, потому что затачивать его не всегда получается. Он точится действительно очень плохо. И чаще всего стачивается. Я его даже до такого состояния не точу. Немножко подточила. Хватит, потому что знаю, что вот этот кончик, он сломается. Да, по поводу жидкой кремовой помады тоже мы с вами разговаривали. Нет, рука тоже к ней совершенно не тянется. Кому-то зашло, кому-то прям понравились ухаживающие свойства. Я больше люблю такой вот плотные текстуры и матовые, поэтому как-то нет. По поводу масла баттера не рассказывала вам в обзоре новинок, да? Очень понравилось. Наношу перед сном на кутикулу вокруг, вот так вот, на пальчики и даже на все ручки могу нанести. Очень хорошо увлажняет. Я тащусь от этого аромата, девчонки, просто. Понравилось, вот действительно понравилось. Хотелось бы приобрести потом еще. Пока такое впечатление. По поводу туши, да, надо было все-таки вправо брать красную, потому что вот это совсем никакая. Ну ладно уже, не будем изменять first class, она все равно лучшая, и цена на нее будет классная. Помады. Одной из любимых помад Фаберлик у меня является жидкая матовая губная помада. Она не сушит вообще губы, у нее крутые оттенки. Кто не пробовал, обязательно присмотритесь.
И очень нравится пудровая губная помада. У нее тоже бархатистый, классный финиш, крутой. Она достаточно стойкая и очень красивые оттенки. Тоже ее безумно люблю. К сатиновым помадам очень редко тянется на самом деле рука. Так, кушон у нас с вами будет со скидочкой 999. Отлично. Вообще у меня пока только открытый ICU. Спрашивали про оттенки девочки в комментариях Babyface, какой подобрать. Золотисто-бежевый у меня всегда. Он такой же, как ICU. Ванильно-розовый, слоновой кость остается. Они совсем белесые. Смотрите на свой как бы тип кожи. Я же не вижу, как я вам могу посоветовать, какой вам взять оттенок. Никак, естественно, правильно. Все. Смотрите, желтые ценники на праймеры всевозможные. Мне, в принципе, из этой серии все, что я пробовала, нравится. Вот все. Поэтому есть смысл действительно брать. Я еще не пробовала фиксатор макияжа. Надо присмотреться, может быть, в паре с чем-нибудь возьму. И сыворотки хорошие, и матирующий праймер действительно матирует. Для ресниц слегка удлиняет. Да? Так, для век классный тоже пользуюсь, продлевает стойкость и делает их такими, знаете, они такие, как после крема блюр. Кто пробовал, тот поймет. Вот они такие вот, силиконистые, что ли, веки, но выравнивает. То есть, если у вас морщинистые веки, этот праймер будет выравнивать. Мне кажется, не только на веки можно носить. Буду брать палочки в запас, заканчиваются, очень любим их всей семьей. По вкусным ценам у нас с вами прокладочки 159 рублей. Как бонус за покупки у нас идет. Надо запастись и взять. Я беру сейчас только ночные, если честно. Ну, потому что наверняка. Чтоб наверняка, да, чтобы знала, что все у меня всегда прекрасно и хорошо. Краски мы с вами взяли в прошлом каталоге. Пока еще время краситься не настало. Жду, когда немножко корни отрастут. Зимняя линеечка вышла, смотрите. Она уже была, но я имею в виду, ее начали в каталогах печатать. Мне эти шампуни не подходят, от них чешется голова, только черный. А сегодня добила, кстати, в пустых баночках. Потом расскажу. Нет ее здесь сыворотку, солонки, я вот такую малышку. Ну, вообще нет, нет, даже ни грамма не увлажнила. Вот маска Blonde Cont, я ее очень обожаю. Просто обожаю, интенсивная маска для нейтрализации. Она шикарная, она действительно нейтрализует. Все отлично, все замечательно. У нас с вами зимняя ботаника снова опять в каталогах. Бальзам и шампунь. Так, с чем он у нас, господи, с клюквой, да, они классные, они действительно крутые, надо будет взять в запас, и объем у нас какой здесь, 250 миллилитров, они действительно классные, они очень похожи на Биоарктик, вот они похожи, да. Морошка по желтым ценникам классная, тоже серия, очень люблю ее в уходе за волосами. Дейзики. Желтый ценник у нас с вами на бальзам гладкие пяточки, да, в обоих форматах. Обязательно, кто не пробовал, попробуйте. Это того стоит. Для рук на ночь, у кого сухая кутикула, для пяточек гораздо дольше у вас ножки, ваши ручки будут иметь достойный вид. Скажем так, потрясающая вещь, кто попробовал, берет постоянно. Жидкое мыло с хлоркексидином закончилось, буду брать. Из БАДов у нас ничего новенького не появляется. Посмотрю свои запасы, чтобы еще пропить. Сейчас пока перерыв сделала, уже вторую неделю вообще не пью никакие БАДы, кроме Доброгена. Доброген вот допиваю вторую пачку. Не могу ничего пока сказать, потому что меня, по сути, беспокоил только перелом позвоночника. Моего спина болит, но она как и болела, так и болит. Как бы, ну, я уже привыкла к этому. И ничего не изменилось, грубо говоря. Да? А вот, ну, с суставами, слава богу, проблем никаких нет. У кого есть, девочки как бы хвалят. А я не могу вот пока ничего сказать. Вторую пачку добиваю, третью брать, наверное, уже не буду. Буду брать кофе, буду брать кетчуп обязательно. С вами новинка в плане бытовой техники. Чайник будет с подсветкой. Очень недешево, конечно, 1,8. У меня, кстати, такой же чайник 1,1 стоит, слушайте. Я только что поняла, он у меня тоже светится голубым, когда вода скипает, тоже 1,8 объем. Я его брала, но меньше 1000 точно цена. Уже год он у меня, наверное, где-то, мне кажется. Может быть, даже больше. Порошки будем брать, наверное. Хотя нет, я в том каталоге взяла, в этом, может быть, и не буду. Посмотрю. Запасы надо свои проверить. Кондиционеры по 199 рублей. Средства для мытья посуды по обычной своей цене. Туалетная бумага. Но серию «Дом» я уже не буду комментировать. Много раз вам говорила. Салфетки вот эти классные от пятен помогают. Вообще шикарные. Не только на одежде, и на обоях. Костюм ношу с превеликим удовольствием бордовой девчонки. Он такой крутецкий. Как кто-то написал в комментариях, видно, что не Василек. Видно, правда, видно. Классный костюмчик. Так, у нас с вами в конце вот тут новиночки. Плюшевые костюмчики. Великолепные, мимимишные, потрясающие. Смотрите, какая прелесть.
Они наверняка, безусловно, очень теплые. Я посмотрю, не знаю, буду брать или не буду, потому что, ну, на улицу, не знаю, в плюшевом костюме, как, актуально будет, не актуально, пока вот даже не знаю, девчонки, я прям растерялась. Они классные, вот мне нравится, как серый смотрится, такой красивый цвет сейчас очень модный. Это даже не серый, это графит, да, очень модный цвет. Из всех вот этих цветов мне очень нравится графит. Он смотрится прям вот стильненько. Посмотрим, посмотрим, может быть и возьму. Для новичков у нас будет в подарок парфюм. Ссылка для регистрации всегда под видео. Кто не зарегистрирован, проходите, будем общаться, буду вам помогать. Всех люблю, целую, всем пока-пока.